Всем привет! Итак, что новенького на Доме 2 и за периметром? Захарова, оказывается, проекта и не покинула. А за периметр провожали Данилу Колесова, своего бывшего кавалера. Опухшая после бурных вечеринок и обильных возлияний Алена Опенченко горько плакала на тете с Дашей Пынцарь. Ее все раздражает, на поляне нет настоящих мужчин. Ей нравится, например, Артем, но он даже не дает себя целовать. Также Алена пишет о том, что у нее остались некоторые чувства к Глебу. «Он по-прежнему дорогой для меня человек. Как бы мы ни ссорились, существует какая-то связь». Симпатия Жемчугова к Алене тоже не пропала. В беседе с Ермаковой он сказал, что сворачивать общение с Опенченко не собирается, несмотря на дикую ревность Насти. Продолжается хейтерская атака на Настю Бигрину, которая нагло, по мнению многих зрителей, влезла в пару. Злые нецензурные комментарии стали получать даже ее родные. Ромашов по поводу этой ситуации пишет: «Я пребываю в шоке. Насколько злыми и яростными могут быть люди? Насколько глубоко они готовы засунуть нос в корзину с твоим грязным бельем? Говорит, то, что мы сотворили, это только наше дело, и нам с этим жить». Вчера я уже говорила о том, что Ромашов и Бигрина, по слухам, заселились в отдельную комнату. Полина Малинина подтверждает эти слухи. Глеб Жемчугов и Настя Райнашвили наконец-то подали заявление в ЗАГС. Свадьба состоится в ноябре, будет тематической. Настя возьмет фамилию мужа. Сегодня в ночном Настя сказала, что маму звать на свадьбу не собирается. Наталья до сих пор против Глеба, с выбором дочки не смирилась. А вот мама Глеба, возможно, и приедет, если у него получится с ней помириться. Его мама была категорически против возвращения сына на Дом 2, ведь именно здесь вся его жизнь пошла под откос. Ей стоило большого труда вытащить его из болота. К родителям он полетит с сыном Мишей. На дорогу нужно минимум 200 тысяч. Глеб надеется, что организаторы проекта поймут этот намек. Алексей Адеева вот в ночном критикует Надя Ермакова, самая верная его подруга. Говорит: «Девчонки, Лёше не доверяйте. Все его красивые слова и обещания на самом деле пустышка. Например, вечером он обещает Брянское кольцо за 700 тысяч. Говорит, что она любовь всей его жизни. А ночью уже ввел душевный разговор на своей кровати с Катей Миходуй, которая прилетала на день рождения Мадан». В жизни Димы Васильева наступила черная полоса. У него большие проблемы за периметром, он потерял бизнес. И не только, теперь ему негде даже жить. Вот он радуется в сторис, что стал банкротом и бомжом. А это анонс на сегодняшний день. Ведущие предложили Жене или Кристине покинуть Дом 2. Но Кристина не хочет уходить, назло всем. А за Ромашова вступилась Настя Бигрина. Говорит: «У нас все только начинается. Дайте нам шанс построить красивые отношения». «Их обоих не вытравишь с проекта», – пишут в комментариях. «Очень хочется увидеть Настеньку и Женю в паре. Они оба добрые и позитивные». Черна уже отошла после операции. Вот показывает, как похудела, чем ее кормят. Бульон в кружке – это ее еда на весь день. Дома ее уже с нетерпением ждут. К встрече готовы. Ее тело теперь не в состоянии принимать большие объемы пищи. Но голова хочет макдак, не соков и много всякой обжираловки. У Алены Савкиной радость. Богдан впервые назвал Илью папой. Алена жалуется на усталость. После отъезда мамы ей приходится все тянуть на себе. «Я как стала сидеть дома, начала чувствовать, будто мне реально 35+. Ребята уже выбрали имя для второго сына, но держат интригу. Артур и Катя решили снимать пранки друг над другом. Вот один из веселых розыгрышей ребят. Катя выдавила бутылку кетчупа в унитаз, бросила туда средства гигиены. Артур потом долго нецензурно выражался. А вот так развлекает себя и публику бывший муж, бывший ведущий Дома 2. Дочка Тарасова справила свои естественные надобности, а он в это время намазал руки нутеллой, стал облизывать пальцы и смотреть на реакцию дочери. Настя Голд сходила за новым носом. У нее это дело вошло в привычку. Старый поизносился. Алена Устиненко бьет тревогу. Саша Габозов не звонит сыну уже около месяца. Он хотел поселиться рядом с Робертом, водить его в школу на занятия, ну а сам куда-то улетел в теплые края. Сама Алена не общается с бывшим уже около полугода. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать.